Виталий Клинер говорит, машину водит аккуратно, поэтому сотрудники ДПС на дороге останавливают его нечасто. Но сегодня тормозят всех, у кого в салоне ребенок, чтобы проверить, правильно ли он пристегнут. В городе проходит акция «С ребенком в путь, автокресло не забудь». Дочку Алису к бабушке на пироги Виталий везет по всем правилам. Девочка пристегнута и сидит на бустере. На заднем сиденье еще два автокресла. Они для брата и сестры Алисы. Ездим постоянно, каждый год. Далеко, на юг ездим. Дочь вот спортсменка ездит в соревнования, если это Екатеринбург, Ярославль. Везде на машине. Очень важно, считаю. Ну, они для этого и придуманы, я так понимаю. Для того, чтобы не передавливали шею, не грудную клетку. С начала года на дорогах Самарской области в ДТП погибли 4 ребенка, 58 получили различные травмы. Все они в момент аварии находились в салонах авто. Чтобы обратить внимание водителей на проблему, в течение 3 недель сотрудники областного ГИБДД будут проводить рейды вблизи детских садов. В утренние часы и ближе к вечеру полицейские будут останавливать водителей, чтобы проверить, правильно ли они перевозят детей. С родителями проводят разъяснительные беседы, вручают памятки, а нарушителям выписывают штрафы в размере 3000 рублей. Движения предписывают использование детского удерживающего устройства в возрасте ребенка до 7 лет. Если ребенку исполнилось полных 7 лет, то разрешается пристегиваться ремнем безопасности на заднем пассажирском сиденье. Но до 12 лет ребенок должен находиться на переднем пассажирском кресле в детском удерживающем устройстве. Профилактическая работа будет проводиться не только на дорогах, но и в детских садах. Сотрудники ГИБДД проведут для родителей уроки с демонстрацией детских удерживающих устройств для перевозки в автомобиле. А детям расскажут о правилах дорожного движения. За время съемки сюжета был остановлен лишь один нарушитель. В отношении него составили протокол.